А те, кто предпочитает бизнесу физкультуру, доказали, что спорт может быть увлекательным, массовым и ярким. Окружная столица во второй раз приняла участие во всероссийском кроссе «Беги за мной». Акция «За здоровый образ жизни» ознаменовала не только победами спортсменов, но и первой в округе битвой красок Холли. Наш корреспондент Валентина Чибичек пожалела, что не вышла на старт, но в погоне за хорошим материалом все-таки преодолела не одну сотню метров. Массовая зарядка на площади города – зрелище не обыденное, а скорее праздничное. А лучше бы наоборот, считают организаторы фестиваля «Беги за мной». Его цель – привлечь к занятиям физкультурой и спортом как можно больше людей. Невестка записала, позвала с внучкой, с невесткой. Она участвовала раньше. Хорошо, а это приехал специально на Красную. После разминки на площади Ленина более 220 участников отправились на старт. Им предстоит пробежать по улицам Смедовича, Полярная, Ваучейского. Во время забега по данному маршруту сотрудники ГАИ перекрыли движение. Дистанция кросса составляет порядка 2 километров. Все участники разделились на 2 группы. В первой те, кто бежит для себя, в свое удовольствие. Во второй те, кто бежит на скорость. И вот мы видим, что первый участник из второй группы уже приближается к финишу. Им стал профессиональный лыжник с 11-летним стажем Игорь Терентьев. За его плечами международные соревнования в Канаде, Италии и Германии. В кроссе «Беги за мной» участвуют впервые. И, как показал результат, успешно. Ему удалось преодолеть дистанцию за 5 минут 22 секунды. Показал пример, что нужно тренироваться, заниматься спортом. Это радует, когда люди приходят, просто бегают, ходят. Это даже радует. С детьми, люди с колясками. И как-то чувствуешь какую-то радость за людей, что начали заниматься спортом. Люди с колясками на кроссе действительно были. Семья Поповых пришла на старт в полном составе и в таком же финишировала. А мы за здоровый образ жизни. Бежит папа, бежит старший сын, значит, бежит мама и бежит младший сын. Мы же семья. Бежим все вместе. Как преодолели дистанцию? Ну, хорошо. Без проблем, да. Главное, что преодолели. На руках никого не пришлось? Ну, как сказать, мы бежали честно. Папа бежал, сын сидел на плечах, часть дистанции. Так, все, бодрячком. Приучать детей к здоровому образу жизни с коляски уже норма. Ведь чем раньше человек поймет, что спорт – это полезно, тем больше шансов добиться успехов и сохранить здоровье. Трасса замечательная. Я бы еще, наверное, пробежал дважды эту трассу. И самое главное, здорово то, что очень много молодежи. Когда прививается любовь к спорту с детства, и когда вот такой большой пример массового забега, да, это очень здорово. Сегодня спорт и физкультура выходят за рамки спортзалов, становятся массовыми и доступными. Только за одно лето в Нарьян-Маре появилось несколько площадок для воркаута, уличной гимнастики. В ней нет строгих программ обучения, тренера и ограничений по времени занятий. Я всем отмежусь за полгода. Где начали заниматься? В искателях, на турниках, там поле есть спортивное. То больше всего задействованы такие группы мышц, как руки, спина, ну, в большинстве сверху, от головы до туловища. Ноги тут просто не задействованы. Для участников забега подготовили несколько сюрпризов – игры, конкурсы и праздник красок. Впервые на улицах Нарьян-Мара десятки детей и взрослых устроили битву Холли. Ну и, безусловно, само действие, вот это вот краски Холли всех порадовало, и, безусловно, организаторов тоже. Скоро следующие мероприятия в рамках проекта «Беги за мной». Новые, интересные, 3-дневные форумы, то есть планируется очень много всего. Организаторы обещают, последующие фестивали спорта будут не менее красочными и яркими. Валентина Чибичек, Александр Дуркин, телеканал «Север».